влиянии каких-то экстремальных внешних факторов, дети, не получавшие витамина D3, ему сегодня приписываются колоссальная роль по многим параметрам. Вот есть такая, такие, так сказать, исследования и доказательства, что риск сахарного диабета первого типа у них реализуется быстрее. Кризис первого года жизни. Что ребенок должен уметь к году жизни или к месяцу, или к 10 месяцам?